Начальник отдела по вопросам миграции города Находки Ольга Томилина в торжественной обстановке вручила российские паспорта 10 переселенцам, прибывшим в Приморье из Украины. Ну это трогательно, понимаете? То есть, я так понимаю, вы же раньше как в Советском Союзе жили? Конечно, мы России, только России не преданы, понимаете? У меня родители русские, Свердловская область, мы все с Брянской свекровью, мы все только об этом, конечно. Полноправными гражданами нашей страны стали люди разного возраста. Паспорт они получили по упрощенной программе. Сотрудники миграционной службы полиции помогли людям подготовить все необходимые документы и заполнить заявление на приобретение российского гражданства. Решение по документам было принято в кратчайшие сроки. Эмоции положительные, полноценным гражданам России стал. Ну, конечно, рады, то, что уже будет совсем другое отношение. Не как временному переселенцу, а уже полноценному гражданину. Напомним, в Приморье обустроены пункты временного содержания для граждан Украины. Людям предоставили кров и бесплатное питание, помогли оформить документы, устроить детей в школы и детские сады, найти новое место работы. А те, кто изъявил желание получить российское гражданство, стали участниками государственной программы по оказанию содействия в добровольном переселении соотечественников, проживающих за рубежом. Анна Дьякова, новости на Восьмом.